Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы записываем экстренный сюжет, о котором должен знать каждый. А я вас очень сильно прошу досмотреть этот сюжет до конца, послушайте, просто вдумайтесь, что происходит на сегодняшний день в нашей стране. Ведь в этой ситуации может оказаться каждый. Я прошу любого человека, кто сталкивался с этой ситуацией, возможно, вы юрист, вы понимаете, как нужно правильно действовать в этой ситуации, свяжитесь с нашим человеком, который оказался в беде. Все контакты с ним вы видите прямо сейчас на экране. Чтобы вам было понятно, чтобы вы понимали вообще, о чем сейчас пойдет речь. Вот человек ехал по улице, решил просто-напросто заехать, оценить свой автомобиль. После этого, спустя 3 года, он узнает, что в тот день он взял потребительский кредит на 900 тысяч рублей, а на сегодняшний день он и вовсе должен уже 1,5 миллиона рублей. Вот такое может случиться абсолютно с любым из нас. Поэтому не нужно писать в комментарии, что он сам виноват, не читал, что подписывать. Давайте дадим ему слово, просто вдумайтесь и досмотрите этот видеоролик до конца. Друзья, знакомьтесь, это Александр. Саш, привет. Спасибо большое, что не побоялся и решил придать огласке свое дело. Саш, вот расскажи, пожалуйста, когда это произошло, как это произошло, вообще вспомни, что было, с чего все началось? Все началось с того, что я решил продать свою машину, и в мае месяце 2016 года я заехал с целью продажи своего автомобиля через аукционные торги в iAuto Motors, ну, iAuto Bank, по-моему, он так назывался. Где они находились? 44-й километр МКАД. Я приехал к ним в офис, пообщался с менеджером, после чего я подписал документы на осмотр автомобиля, предпродажную подготовку, так они назвали. Какая у тебя машина была? Nissan Tiana. То есть ты ее решил просто заехать, послушать, сколько они предложат, с учетом того, что они, по идее, сразу бы тебе дали деньги, если я бы устроил. Да, да. Так. Вот. Пообщавшись с менеджером, я подписал документы. Он у меня попросил паспорт, ПТС. В принципе, ничего подозрительного в этом не увидел, потому как, ну, какие-то данные на машину должны были, все-таки машину продаю, вот, и паспорт, ну, как продавец я как бы, да, предоставил. Вот, то есть ты им дал паспорт раз, ты им дал оригинал ПТС два. Что ты еще давал, права давал? Не помню, права, насчет прав не помню, ну, наверное, давал права тоже. Я думаю, ты 100% давал права в силу того, что, как правило, когда машину покупаешь, все равно смотрят СТС-ки, права, везде, ну, пробивают, были штрафы, не были штрафы, как на машине, как на нем, на всякий случай, дилеры, по крайней мере, это делают точно. То есть ты дал им полный комплект документов, с целью того, чтобы они просто оценили твой автомобиль. Так, дальше что происходит? Потом они забрали машину, заполнив все формы, там он забрал машину на осмотр, они ее помыли и выставили на торги. Вот. В ходе торгов мне была озвучена цифра, по-моему, 900 тысяч, не по-моему, а 900 тысяч максимальная, что меня, в принципе, не устроило. И я, пообещав подумать, уехал домой, взял с собой форму договора у них. Вот для ознакомления. Один момент сразу поясни. Это все происходило одним днем? Да, да. То есть ты пришел, тебе тут же все рассчитали, сказали 900, и уезжаешь. Да. И тебе все говорят, счастливого пути, никто с тебя денег никаких не требовал. Да. Ну, я взял договор у них, их договор со мной, который я не подписывал. Вот, взял договор, придя домой, я этот договор знакомому юристу показал, он ознакомился с ним. И в этом договоре он нашел сомнительные пункты. То есть, в частности, то, что якобы какой-то коммерческий банк «Камский горизонт» мне предоставляет кредит. Хотя о кредите речи вообще не было. Я ее продавал, то есть за наличные пытался продать. Вот, мне предоставляют кредит, а компания iAuto за меня этот кредит гасит после продажи автомобиля. То есть такой пункт был в этом договоре. И об этом пункте ты узнал, грубо говоря, в тот же там день, правильно? Да, ну вот я взял у них договор этот, показал юристу и, в общем, вот так. Вот. Потом еще один пункт был то, что они мой автомобиль выставляют за 900, потом со второго месяца сумма уменьшается, там уже 800 с лишним, потом с третьего еще и так, да. То есть на понижение цены, если машины вот, не что так. Я, в принципе, не понял, потому что как бы речь шла о том, чтобы вот продать автомобиль сразу, то есть мне сразу должны были вот, отчислить деньги. Ну, в общем, вот так, да. Так, узнав о том, что есть какой-то сомнительный пункт, твои действия какие-то были, ты звонил этим ребятам? Я позвонил менеджеру, по-моему, Антон его звали. Так. Сказал, что если вы готовы внести изменения в договор, то я могу к вам приехать, и мы будем общаться дальше. Вот. На что он мне ответил, что он посоветуется, попробует решить эту проблему и свяжется со мной. После чего он просто пропал.
он пропал, и ты им больше не звонил. Я больше не звонил, и как бы надобности в продаже автомобиля у меня отпала надобность, и я снял с продаж и больше не обращался. Переживаний по этому пункту на тот момент не было, о том, что вроде тот договор был не подписан, то есть он, скажем так, был предварительный, да? То да, есть, если бы ты да, прошел да, бы с ними, дальше, да, под это да, ты да, все да, подписываешь. Да, да. То есть важно, да, вы понимаете, что дали договор, он увидел пункт, то есть дал юристу, что сделал, собственно, правильно. После чего, как бы, ну, в силу того, что он к ним не пошел, ни о чем они не договорились, но он его отбросил. Ну, и что дальше происходит? Ты начинаешь жить своей жизнью. Да, я начинаю жить своей жизнью. Об этой истории я уже забыл. Про эту компанию «Айавто» я уже забыл. Вот. В 2017 году, в июне, мне пришлось продать машину свою. Я ее продал самостоятельно, частному лицу. И на том все история как бы... благополучно бы и закончилось, ну вот, вот на днях, в воскресенье, в это, а точнее 16 июня, я получаю на электронную почту уведомление о судебной задолженности. Тут же зашел на сайт госуслуг и обнаружил там задолженность 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. Свыше полутора, там я точно не помню, какая сумма. Тут же по номеру дела я на сайте Донского суда, это я там зарегистрирован, забил. И вышло решение на мое имя, что действительно в декабре 2018 года был суд, и вынесено решение по этому суду, что я являюсь должником некого Камский Горизонт на сумму 1,5 миллиона рублей, из которых 900 тысяч, это та сумма, которую они мне предлагали, вот, на сумму 900 тысяч рублей, это сумма основного долга, остальное проценты по кредиту и судебные издержки. Вот так. И то есть ты такой как бы просыпаешься, и вот тебе письмецо такое, с добрым утром. Ну вот называется. Так все и было примерно. Окей, ты об этом узнал, а на сегодняшний день эта компания существует, ты какие-то действия уже предпринимал по этому вопросу? Я узнал в интернете, что такой компании с 2017 года, кажется, не существует. У них отозвали лицензию, то есть банка «Камский Горизонт» уже вот нет. Банка нет. Да, «Айавтобанка» тоже нет, сейчас на их месте, ну, стоит тоже автосалон, просто с другим названием, я не знаю, он имеет отношение. Ну, сменилось юрлицо. Да, вот, да. Некий господин, если я не ошибаюсь, Востриков или Востряков, является одним хозяином и банка «Камский Горизонт», и компании «Айавто». То есть у них один хозяин. Так, это тот самый человек, который условно был самый главный во всей этой цепочке. Да, да. А он сейчас где? Неизвестно? Нет, он вроде как в розыске, я точно не знаю. А то есть ты читал какие-то отзывы? Да, 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 я читал. Аналогичные дела есть тоже. Я не один пострадавший от этого «Камского Горизонта». Есть... аналогичные дела, и даже кто-то выигрывал у них. В общем, вот так. В понедельник я ездил в суд, то бишь вчера, написал заявление на предоставление мне решения, то есть для ознакомления материалов. В следующий понедельник обещали его. То есть у тебя будет решение, с которым ты уже сможешь предпринимать действия. Да, какие-то действия. Друзья, я еще раз подчеркну, если вдруг кто-то из вас оказывался в такой ситуации, либо вы юрист, вы понимаете прекрасно, как действовать в этой ситуации, сейчас я на экране еще раз дублирую контакты Александра, пожалуйста, помогите, не бросайте человека, потому что, вот вы представляете, живет, раз просыпается, уже 1,5 миллиона должен. А сейчас давайте я вам внесу небольшую ясность. Вот многим, наверное, станет интересно, а как так получилось то, что Саша вляпался в эту ситуацию. Я пообщался с некоторыми автоподборщиками, кто занимается продажей вторичных автомобилей. И они говорят, что на самом деле тема-то старая, но она действует и по сегодняшний день. Как это происходило? Вот в силу того, что он приехал в этот автосалон, просто узнать, сколько стоит его автомобиль. Смотрите, он дает паспорт свой оригинал, раз. Он дает свои права. Это те самые два документа, по которым сегодня в нашей стране можно запросто оформить любой кредит. Потребительский, автокредит, в общем, любой. Подписаться на деньги по этим двум документам можно. Далее. В силу того, что он сдавал автомобиль, ему там его мыли, наверняка ему приносили какую-то бумагу из серии, что вы там посмотрели, что автомобиль не подтвержден, подписывайте. Он оставляет свою живую подпись, оставляет наверняка свои инициалы. То есть у них уже есть его подпись, живая, инициалы. Все, не нужно ничего там сканировать, копировать. Далее. Он, вот мы с тобой общались, ты же сидел с ними за столом, то есть был компьютер, да, был да, менеджер. Да. Вспомните сами вот серых дилеров, различных дилеров. Банки, когда вы приходите, есть компьютер, да, вот я сажусь, вот стол, вот сидит менеджер, у него идет компьютер на столе, на компьютере висит камера. То есть эта камера нужна для того, что если человек оформляется в кредит, ему в один момент говорят то, что посмотрите, улыбнитесь, чтобы мы вас фотографировали. Я предполагаю, что весь их разговор тупо записывали на эту камеру.
После чего выбрали стоп-кадр для того, чтобы сделать, что вот он посмотрел в камеру, его сфотографировали. Вот эти пункты, то, что он называет сомнительные, подписал он со своей стороны, не подписал. В такой ситуации, в силу того, что действуют мошенники, не имеет никакого значения. Потому что он ушел, у них подпись его жива есть, они сами за него все распишутся, подпишут. Дальше что происходит? Он уходит домой, они подают заявку на кредит. Как выяснилось, то, что и автосалон, и банк — это одно и то же лицо. Поэтому присутствие его там вообще больше нафиг не нужно. Информировать его о том смс-кой, что вам там одобрили кредит, нафиг никому ничего не нужно. Он уехал, и слава богу. Таким образом, оформляет на него потребительский кредит, для получения которого, да, в нормальном банке нужно прийти, там, паспорт показать, получить деньги, либо карточку, да, с которой ты снимешь деньги здесь же. Они денежки его забрали сами. После чего пошел процент, но в силу того, что банк, подчеркиваю, ну, по всем параметрам мошеннический, и он закрыт, тупо отмывали бабки. То есть свои денежки они забрали, после чего его долг, он либо был продан, либо он ушел, как ты говоришь, в страховую какую-то компанию. Откуда он, собственно, и узнал о том, что за ним вообще числится долг. Вы все прекрасно знаете, что когда закрывается один банк, он начинает продавать долги. То есть, условно, он там с процентами мог должен там 1 300 000, за 500 тысяч компания его забирает. Сейчас вообще в целом ему могут там суда, да, те судебные приставы могут тебе приезжать, спрашивать, где денежки. В общем, ситуация неприятная. И вот самый главный момент, что в ней может оказаться абсолютно любой из нас. Вы заехали по пути там по городу просто послушать, что вам предложат за автомобиль, где-то вы подписались. На самом деле для меня это вообще просто жесть. Твои действия дальнейшие какие? Как ты думаешь себя вести? Ну, для начала мы получим решение, потом я обращусь к юристу, наверное, к адвокату. Ну и дальше будем подавать на них в суд, будем судиться. Как еще решать эту проблему? Из решения мне стало известно, что с мая 2016 года я по октябрь 2016 года я платил еще взносы какие-то по этому кредиту, о котором, ну, мне стало известно вот буквально в это воскресенье. Еще один момент из этого решения, то, что со слов истца, то есть коммерческого банка «Камский горизонт», с мая 2016 года я оставил свой автомобиль в качестве залога, получив от этого самого банка эту сумму 900 тысяч, я оставил свой автомобиль в залог компании «Айавтобанк». Uh-huh. То есть на момент продажи 2017 года, когда я его продал, этот автомобиль находился у «Айавтобанка». И тогда у меня, ну, как бы что-то не срастается. Я не понимаю, как я смог его благополучно продать в 2017 году. А я тебе объясню. Тебе в этой ситуации, на самом деле, стоит позвонить человеку, которому ты продал машину. Я позвонил. Но он проверял его? Его таскали по этим судам. И он пытался, он доказал, он смог доказать, что... То есть он купил машину, а потом узнал, что она в залоге. Да. Он, вот именно так все происходило. Он пытался еще доказать, то есть ему пришлось доказывать, что он действительно ее купил у меня и не находится со мной в сговоре, как там, да. В общем, вот так все происходило. И самое интересное, что вот в силу того, что Саша говорит, что за него там делали несколько платежей, это делают специально. Потому что, как правило, кто знает, когда вы берете кредит, один платеж вы делаете, все, вы считаете, уже там прям вот скрепили договор с банком, что вы на все согласны. Как правило, люди, которые взяли кредит и не сделали ни одного платежа, им вот на первых этапах проще от него отбиться. А они, видимо, специально 1-2. Опять же, да. Вот мы говорим про потреб кредит, в залоге автомобиль. То есть здесь черт ногу сломит, нужно разбираться, как они сделали. Может, они оформили вовсе на него как автокредит, тем самым его машину заложили, или вообще ему же ее и продали. То есть здесь нужно разбираться. Вот кто понимает в этом, помогите, пожалуйста, потому что ситуация действительно горячая. Ну, надо понять, как действовать в таких ситуациях. То есть понимаете, друзья, что такое вторичка даже вот сегодня, что вообще такое вот в нашей стране происходит. Человек продает свой автомобиль, вы вдумайтесь, приходите вы покупать, проверяете машину, все чистое. Спустя какое-то время выясняется, что на него падает этот арест, залог. Соответственно, это вообще, ну, и надо бегать, все это доказывать. В общем, делайте выводы. Саш, тебе огромное спасибо, что согласился еще раз придать огласки. Друзья, подчеркиваю, все контакты вы видите на экране. Помогите, пожалуйста, человеку, чтобы он вышел из этой ситуации победителем, честным человеком, потому что он никого не обманывал. Еще немного вам информации. Значит, эта женщина, которая купила у Александра автомобиль, она писала на него заявление, она подумала, что он мошенник, что он ее специально обманул, что он знал о том, что автомобиль в залоге, хотя на момент сделки, подчеркиваю, ничего не было. Вот этот человек, который является, скажем так, генеральным директором вот этого банка, этой компании, Саша рыл интернет, выяснилось то, что это очень богатый человек, у которого есть свой остров на Мальдивах, который он сдавал одним там каким-то компаниям крупным
где они снимали свои видеоклипы. Бухгалтер этой компании был пойман, если я не ошибаюсь, в Черногории, выдворен, привезен сюда. В общем, какие-то там дела по ним ведутся, но в частности, в отношении этого человека непонятна судьба. То есть я сейчас не могу с уверенностью сказать, где он, что он и как он. Более того, вот такие компании, они существуют по наглому образу. Есть дядя Вася, вот сосед твой, на него вешают там ИП, вешают ООО, он является генеральным директором. Когда вдруг что-то происходит, они ему дают пинка, либо его отправляют в тюрьму, меняют юридическое лицо, меняют вывеску, все, приезжаешь, новый салон, на том же самом месте даже никуда не переезжаешь, чтобы лишние затраты на перевозки не нести. По идее, многие из вас об этом знают, но вот поверьте мне на слово, что до сих пор я регулярно получаю сообщения о том, что люди присылают ссылку на подобного рода салоны, либо какие-то непонятные салоны, где на сайте написано «официальный дилер», «распродажа», «самые низкие цены». И люди в качестве, с желанием сэкономить, вот то, что где-то там стоит новая машина в два раза дешевле, чем у всех, так еще и зимнюю резину дадут, едут туда, а потом происходят разные ситуации. Друзья, будьте начеку, не верьте в то, что где-то вас кто-то ждет с распростертыми объятиями, с желанием продать вам новый автомобиль в два раза ниже, чем продают его все, и на него стоит огромная очередь. Поэтому делайте выводы. Смотрите, куда вы приходите, будьте вот просто предельно чеку, обязательно, вот я вас никогда об этом не прошу, но поделитесь этим видеороликом с друзьями, пусть об этом узнает как можно больше людей, потому что ситуация, ну, крайне неприятная. Если вдруг вы оказались в подобной неприятной ситуации, я всегда рад вам безвозмездно помочь. Саша не давал мне никаких денег, чтобы придать эту ситуацию огласке. В общем, я все делаю от чистого сердца, лишь бы, чтобы таких ситуаций становилось все меньше и меньше. Все контакты со мной в описании. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока!